Всем привет! Здорово. Приветствуем, сейчас пока еще настроечные моменты. Так, ну по идее должно быть слышно. Так. Так, сейчас проверяем чаты. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Отсюда есть, так, Twitch. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Где-то у нас. Как раз послушаю, кстати. Голос. Ну, тормоза, понятно. Так, 1, 2, 3, 3, тормоза, понятно. Вроде нормально. Так. 7, 8, 9. 7, 8, 9. А, стоп. А, ну да. С ВК я видим, сейчас посмотрим. Да, здесь тогда, извините, еще забыл описание. Ctrl-V. Так, сюда. Сюда, здесь тогда, вот так. 1, 2, 3. Сюда. Да, спасибо. Теперь точно уверен, что отсюда тоже идет, значит, в целом начинаем. Так, да, здесь музыка на паузу. То, ну, так, на всякий случай поставил ост из игры, по идее, думаю, за это прилететь не должно. Ну, чтобы я не тишина была. Надо, наверное, как снова сделать, а одну какую-то композицию себе найти, все время ставить и не париться. Ну, из этой библиотеки. Бесплатных звуков поставить, что самому по вкусу. Ну, вроде все. Так, одиночная. Загрузить. А, вот прям тут остановлено. Так, 13.39. Ну ладно, давай-ка.
Хотя, по-моему, в игре можно музыку потише сделать немножко. Прям громковато. Так, попробую, посмотрим. Так, в какую сторону я шел? А, ну здесь тупичок. Сэм, надеюсь, ничего на тупик проверим. Оперативно не так. Сейчас стараемся их прямо так захватить, чтобы тут хорошо... Блин. Ай! Ловушка была. В прошлый раз, в принципе, через нее прошли спокойно. Сейчас, по-моему, стрела попала. И не в колено. Are you blind? Да, what the gods? I mean, better luck next time. Офигеть, он так справа лично, смотри, давайте отступим. Ладно, давайте отступимся, подлечимся. Хотя он успевает, да? Вот они сейчас не факт, что успеют. Ладно. А чё такое? Началось какой-то механик. Всё так прекрасно шло вроде поначалу. Ага, музыка в заставке всё равно на полную вжаривает. Так, одиночная. Так, сразу подложка, чтобы сразу последняя. Так, дай-ка, подождём. Блин, сейчас, секунду, надо заряд поставить. Минутку. Так, я вновь тут, где там этот волк. К этому надо или бежать. Ладно, давайте попробуем успеем добежать. Так, куда ж ты за волк зацепился? Ждем его на видном месте. 29. Ну, шансы попадания есть, но слегка его только цепанули. Вот он по полной кто-то может. Так, по-моему, что-то еще. У нас даже первый навык. Есть уже драки, но что-то как-то, ну, настолько коряво все равно попадает. Это первый, не знаю, что-то дал или не дал вообще ничего. Are you blind? Уходи в какую-нибудь защитную стойку, чтобы ничего не делать, пока они тут этого волка бьют. Кому будет защищаться. Так, сейчас, секунду. Есть что-то у меня. Эй! Курсор. Одно это не понимаю. Курсор, когда периодически девается. Если альтаваться. А мне бы он нужен был. А, вот он. Надо посмотреть там где-то. Поставить там программный и аппаратный, что-нибудь такое поменять. Может в этом еще какая-то загвоздка идет. Так, есть контакт, да? Сохранить. Так, надо будет посмотреть. Забыл как горячие клавиши. Всем. Да, всем, по-моему. Так, все, бой есть. Смотрим, что здесь. Какой-то полузакопанный сундук. Яд. И что? Изумруд. Изумруд, наверное, просто попнуть кому-то можно. Бочки пустые. Все, что ли? Кинжал, а ну-ка, лучше нашего или нет? Сейчас проверим. Так, у нас 2-6, 1-3, 2-6, 1, 2-6, 1-3. Ну, хрен его знает. Нашего скорость больше. Надо идентифицировать, потом узнаем.
я не помню, была какая-то кнопка, которая подсвечивала активные объекты, или все же нет. А что с огнем можно делать? Может, что-нибудь приготавливать можно? Я не помню. Ладно, побежали. Кстати, а его с собой нельзя взять? Не берется. А если воровство? Потому что, в принципе, их-то продают отдельно, его с собой-то можно таскать. Ну нет, это, наверное, считается таким элементом локации, к сожалению. Так бы налутаться можно было. Но здесь, по идее, уже пауки должны быть какие-то злоопасные. Тем более, тут волк уже ходил под ядом. Фонарь. А чё не берется воровского? Ладно, выделяется как объект. Но все равно не берется. Хотя эти тоже выделяются. Наверное, тушить их можно. Так. Сюда-ка отойдем. А теперь подбежим. Так. И что я сделал? На них нападай, когда они в темноте. Что-то повелся на то, как персы их атаковать начнет. Мне персов атакуют, поэтому надо бы их защищать. Будешь так драться, медали не видать, но ничего не дали. Что с ними делать потом? На стенку повесить. Так. Просто типа камни. О! Динамайт. Это хорошечно. Потертая шестерня выглядит очень древней. На ней есть гравировка почти стершаяся. Можно различить всего 5 букв. Игрот. Чего что за игрот? Ну, приветствую. Я смог не успел прийти на стрим ТПФ-фу-фу. Ну да, я не знаю. Блин. Ловушка. Доброе утро, смайл, широкая улыбка. Сейчас доброе утро. Не знаю, насколько длинный будет, потому что у меня потом дела, надо будет еще идти. Но решил по возможности запуститься. В хорошем смысле этого слова. Усё, что ли? Походу... А. Ну, походу, усё. Не вижу, что есть еще бы можно было бы взять. Ну да, наверное. Походу можно отсюда выходить. А ну-ка, да, стрелочки вы не забрать, ладно. Ну тут какую-то эту старую шахту собака расследовали. Разведали скорее. Себастьян. Ща побежим. Так, и надо думать, что там еще дальше нам надо. Что память я запомнил, какую-то более, ну, чуть-чуть более длинную. О! Где паста, Себастьян? Что за паста? У Себастьяна у меня два ассоциации, да. Краб из русалочки и этот самый. Демон из темного дворецкого. Конечно, их может еще какие-нибудь есть. Паста. Нутелла, да? Так, стоп. Ну это что за фигня? Тут ничего нет, интересно. Сарайчик, амбарчик. Пустота. Пустота это вроде. Ну, короче, всякая. А, нет, вот что-то тут есть, походу. Удобрение. Давайте одну возьмем. Кому-то толкнем, может. Ну, жидкое мыло это полезно. Для меня это главный антагонист 9 и 10 серий Metal Family. А, ну да. Ну, кстати, прикольный сериал. ТПФ-фу-фу. Только почему именно 9 и 10? А, ну да, там, в принципе, не всегда ему, ну, по-моему, еще же серии, где он активная. Не внимание, активное участие, я понимал. Свинья какая-то. Это кто? Стражник.
нафиг нам нужен, на самом деле, ну ладно. Хочу получить тренировку. Скрытность. Ладно, все хорошо. Так. Да у нас какой-то медалек просила найти. Хрен его знает, где его искать. Мыло выбрасывает. Блин, мне уже некуда ставить. Ну, короче, поспать нельзя. Нет, а верму какую-то надо искать. Так. У мужика, по-моему, это самое интересное. Это один из цены были. Потому что Яна надо еще что-то пораспродать. Ага. Не еду персы, да, на месте стоят. Может, поперли. Так. Не знаю, тратить сотку, чтобы этот кинжал или нафиг нужно. Так, торговать. Надо торговать. А, ну да, это сейчас чуть позже. Я не буду. Это ему не нужно, да? Стинки, а чем чис, можно? Стинки, чис, моргай, приди, моргай, приди, моргай, приди, стинки, порядок чис, наведи. Стинки, чис. Задуе монеты. Две монеты, реально так мало. Мыло ему не нужно, но батон съесть можно, по идее. Короче, с ним тут особо не поторговать. У нас совсем мусор какой-то. Так, несколько вопросов. Какие услуги? Так, давай обменяться. Жалом не нуждается. За 157 может купить, да? Ты бандил, Лука, кто это? Какой-то медведь с крыльями или кажется. Мелкий смайл не особо понятно. Приветствую. За кого идем? Приветствую. Да не знаю. Сам еще плохой я не определился. Ну, а может так и буду проходить каким-то таким средняком. В крайней мере социальщик, скажем так. Привет, Тепила. Во многом. Может и не совсем полностью, но как минимум во многом. Так, у кого у вас есть минутка, где там показать ему кольцо, нет. Да, у меня есть кое-что, принадлежавшее Бесситун. Хочу это продать. Чудесно, тогда весь спец скажет вам, что вы хотели знать. Скалеры и сыновья, в другом первый, который играл, был Шулер и сыновья. Уважаемая ювелирная фирма из Таранта. Странная семья, но они всегда заключают выгодные сделки. И вот, Вестеция также отметит Тарант на вашей карте. Их адрес в городе улица Девоншир, 44. Удачи, друг мой. Спасибо вам, у меня есть еще вопросы. Так. Да, поторговать. Две монеты. Ну ладно, держи. Место все равно занимает. Вот это можно... Две монеты. Блин, где продать? Ну, две монеты. Просто даже не знаю. Надо будет где-нибудь грузить. Так, ну, огра, в принципе, неплохое есть оружие и так. 34. Шифренко Майда. Юх Майдок. Ага. Так, мы, наверное, опыт просто получили, да? О, май даук. Уклонение. Ну, это что-то для себе урона наносим. Так, что у нас? Бонус к урону минус 2. Поправка КБ. Модификация реакции. А почему минус 2? Изменение начальной реакции. А! Почему минус 2?
А, на красоте. То есть 8 это минус 2. Ладно. Урон 17. Тут до пиццы. Я не помню, где бы мы от них пиццу бедет. Максимум спутников 3. Ну, надо подумать, больше мне нужно или нет. Бонус к урону понятно. Максить я вот думаю сначала ловкость, мне нафиг она не нужна. Хрен его знает, а что ударится. А, сюда мы, кстати, не заходили. Ай! По щеки сковалы. Не нападают? Да, нападают. Сточная крыса. Мы сейчас хотя бы мы чуть лучше видим. Ну, наверное, надо еще одну крон кинуть. Я пока думаю, что может на ближнем оружии остановиться. В принципе, ловкость для попадания это, по идее, идет. Урон, правда, конечно, у нас фиговенький будет, но... 10%. Нам был... А, ну вот же она. А слона-то я не приметил, прям за спиной крысюк. Нифига себе, залобена. Или тушканчик, они как тушканчики на задних лапах. Блин, мы опять. А чё нам не хватает? Ещё выпустили всё-таки второго боевого навыка. Одночку всё-таки в боёвку может кинуть. Ай! Да пипец. И там подъем чудесный. Ну, огр хорошо фигарит. Пока мы по себе, а огр все-таки по врагам и лепешки их превращает. А че этот крысик не подходит? Ну что, он подошел на светленный участок, что ли, че прибили. Он скотина умный. Или ему пофиг? А хотя пофиг на него. Может, он добрый. Точная крыса. Тебе нравится этот паровой двигатель, он мой. Я его постоянно чищу, и он хорошо работает. А хотя я это не помню, тут он говорил, что дважды можно сделать, да? Ну похрен, не будем это обузить. Или попробовать повернуть. Он мой, я его постоянно чищу, и он хорошо работает. Это да, понятно, это очень мило. Да-да, блестит. Видишь, я люблю пар. Пар горячит. Он смешно шумит. Говоришь, ты заботишься об этой штуке? Я хорошо с машинами. Умею починять. Нравится мой паровой двигатель? Он блестит. Да-да, я понял. Что ж, это дает некоторую пищу для размышлений. Однако мне пора идти. Подожди. Не, ну он сначала рабочий. Когда там ломается... Короче, крысюк какой-то. Или проверить ход конем, можно ли так сделать. Давайте проверим. Сохранялка, в принципе, есть. Проверить, наверное, все-таки интересно. Если мы, конечно, в диалоге уже не отказались, потому что, в принципе, не хотел взрывать. Так. Мне нужно начать подготовку. В чем у меня состоит проблема? Так, в туманных холмах имеет место тайные заговоры, полный загадок и интриг. Интересно, что конкретно тут происходит? Весь город пытается избавиться от меня. И промыл мозги от констебль Оуэнс. Это всего лишь вопрос времени, когда меня вынудят уехать. Понятно, что тебе сделал констебль Оуэнс? Что он мне сделал? Человек подверг опасности собственный баланс. Благодаря которому я зарабатываю на жизнь. Ты хоть представляешь, что сделала эта проклятая паровая машина с моими магическими способностями? Нет, что ты имеешь в виду? Ну, так, понимаю, ты говоришь о сущности магии и технологии. Ну, конечно же, это констебль Оуэнс ослабляет мои силы. Было время, когда я был самым могущественным существом в туманных холмах. Невероятно, в таком большом месте. Он не понял вашего сарказма. Да, если бы нашелся кто-то, кто решился бы что-нибудь с этим сделать, бросает хитрый взгляд в вашу сторону. Что конкретно ты предлагаешь? Говорит потише, если ты
найдешь способ вывести из строя эту адскую машину, я смогу поделиться с тобой парой лечебных зелий. Что скажешь? Не, ну вроде тут до паровоза еще далеко. По рукам. Великолепно, буду ждать твоего возвращения. Так, а вот с этого записаться надо на другую. Если дешевый вариант это сделать. Дорогой-то вариант есть. Пойти динамит подложить. Ну, как я уже говорил, я начало игры когда-то проходил, но до конца ее еще ни разу не проходил. Мне как посмотрим, сколько динамайт стоит, если продавать. Динамайт стоит, этого не интересует, ладно. Где-то у нас другой. Динамайт стоит. Серьезно? Че, динамит никому не нужен? На рыбалку динамайт пошли. Динамайт стоит. Ну да, что типа того. Динамайт это я динамит так называем. Как там, тринитра от Олол. Привет. Ага, приветствую. Так. Насколько помню, физушник самый простой и сильный билд. Максишь силу и ловкость, потом становишься мастером ближнего боя и уклонения. Профит. Не, ну у меня скорее будет такой странный и не особо живущий. Скорее такой будет билд, где надежда только на сопартийцев. 68 у меня, да? Стоп, 68, да? У нас есть минутка, так еще рано. Ничек. А выгодно ли? What is it that you want of me? Ничего, я не на тебя хотел. Уж а локоть я хочу замазать, я вот силу не уверен. Тот мужик, по идее, тогда ночью, наверное, ждать. Потому что днем. А, вот это нажимается. Потому что без динамайта можно, да? Или нет, динамит все равно сюда. До вечера надо подождать. Ну что здесь не буду, ну ладно, попер я. Или пока день можно сходить. Дефицировать пока кинжальчик. Где мы? Ага, бежим. Это дурацкий у нас список командира. Так, стоп. Давайте сначала торговать. Там кто-то мне предлагал 150 примерно за кинжал, да? А, это не будет. Малая теневая мантия. Я все равно использовать не смогу. И 48, да? Динамайт даже дороже. То есть не все так однозначно, если все-таки ему ломать. Так. Стоп, рано. Да блин. Сейчас еще характеристики посмотрю при сравнении. Так у него 1.4, блин, чем бы записать. 1.4, 1.2, 10. 1.4, 1.2, 10. Ну, 50 на 50. Так, давай-ка, если ты идентифицируешь. I'm a glitch of BKC drink capital. Не знаю, что это. Ух ты, проклятый. 1.6, практический проклятый кинжал. А проклятый оно не хочет? А что там, энергетика? Энергетика, хорошо. Ну, проклятый не хочешь купить? Не интересует. Ну, проклятый что-то, мне кажется. Вообще никто покупать не захочет. Сейчас проверим. Кто мне там его кузнец, не кузнец, кто там хотел мне купить. Или вот этот кредит. Энергетик, твич. А, пригодится.
Энергетики вкусные, конечно. Как и многое другое, чрезмерное употребление вреди здоровью, но умеренное вполне норм. What is it that you want of me? Так. А, стой, не ты, не на тебя нажал. Шесть. Да. Нажал, короче, невыгодно. Проклятые не хотят покупать. Ладно. Не хотят что-то покупать проклятые. Так, там мужики на мосту уже здесь, да, по идее. Ну сейчас. Блин, наверное, убеждение надо будет перед ними качнуться, успеем кинуться. Ну, с другой стороны, не факт, что мы успеем закачаться. Цветочек. Сейчас надо будет мусор по персонажам раскидать, кстати. О-хо-хо-хо. Комментарий. Копипаста, смайл, широкая улыбка. Че? Копи и спасти. Ой, муштерии по нам съем. Ну вот это. Не знаю, будет что-то не будет. Капну съем, подписочку подадим. Чуток позже. Чуть-чуть себе понаставляем, чтобы увидеть. Копия с пастой. Не, ну, в принципе, никто же не мешает их намазать. Так, один. Одна пика, да? Главное не перегрузить, когда они уже близко к перегрузу будут, тогда надо будет убирать. Одна вика. Смотри, кто такая. Так, вот этому мужичку отдадим. Вот этому мыльцо. Ну для чего, для клетчатки нужно, да? Нет, сейчас просто начнем учиться с собой делать, наверное, бы даже неплохо бы было бы. Что у нас еще так? Цветов дофига. Или зелья лечебные. Ну, конечно, надо подумать, вот я не уверен, куда я скачу. Прям так сходу прикольно было бы. Что Лука сказал, одновинка. А, нет. Обновинка может еще. Ну, давай это ему. Дайте батон ему засунем. Тих. Так, это ему не будем давать. Сколько можешь брать собратьейцев при 14 харизме? 3. Я не знаю, нужно ли больше на самом деле. Даже если они тут будут, нужно ли нам столько. Сколько-то нужно будет? Потому что я думаю его делать больше социальщиком и воротистом, то есть драки помощники точно нужны будут. Сиплю всякую. Ай. А, не, это я, наверное, разгрузился, он, наверное, все еще. Так, что у нас тут еще одинаково? На, пока так. Ай. Он его выпустил. А почему бы нет? Ну-ка. Оружие. Ну, трех, я думаю, точно нет. Значит, а два получается сразу. Вай-вай, интернет. Ну, что типа того. Так. Ну, я думаю, если можно сказать, что, по идее, можно, наверное, найти действительно их столько, чтобы прямо по полной их рубить. То есть по логике, думаю, должно быть, навряд ли, что сделали, что можно откачаться больше, чем ты их можешь получить. Но, с другой стороны, мало ли, их решили подвох в этом плане сделать. Блин. Так. Теперь. Вроде с инвентарем более-менее разобрались. Ну, о чем?
Надо время крутить до вечера. Чуть-чуть пока поделать. А, стоп. А, это вот это, где они новый мост хотят строить. Хрен его знает, что они там. А вот сыны не там, да? Ну, река довольно широкая. Подожди, где-то по течению. То, наверное, по течению, а где тут? В самом узком месте, нет? Иди уже к бандитам на мост. Да я не, рано. Я с ними ни разу не договаривался. А не факт, что сможем. Потому что я пока не вкидывал убеждения. Именно в локости боёв на начало кидания. Так что не думаю, что сможем. Тут еще отдел есть. Как минимум несколько. То есть пойти в комнату, еще в комнату не пошел. И вот здесь можно сделать. Давайте проторчим до вечера. Попробуем, конечно, горится, но мне что-то кажется, что боевкой закончится это дело. Помню, я их проходил. Ну это, конечно. Опа, подожди, мужик спать не идет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что, никогда что он должен спать идти? Неужели я ложился в этом плане? Ну так-то еще на час. Когда дед бай дедлайн? Да как-нибудь надо будет? Точно не скажу. Много игр, в которые хочется поиграть, хрен его знает, где на это время идти. Подожди, мужик еще спать не уходит. Стоять. Реально, круглые сутки, разве это... Что-то не то. Не, может он, конечно, в определенное время какое-то уходит. Хрен его знает. Давайте так по часу крутить до утра. Не знаю, я думал, он уйдет ночью. Ну ладно, стражники ночью патрулируют. Че мужик не спит? Или его как-то отвлечь надо, а не просто ждать? Интересный вопрос. Но остальные жители, по идее, уже типа торговцы должны спать. Вообще спит. Или можно... Не, ну нахуй я сомневаюсь, что можно прям наглую, так мы еще и его прибьем. По идее. Ну да, он кузнец спит уже, к примеру. Или этот крендель днем когда-то... Не, ну мы днем к нему же заходили, он не спал. Фигня какая-то. Слушай, ты вообще спать будешь? Сейчас утро скоро будет, он не спит. Что делать будем? Должен козлина стоит росвай. Реально уже утро наступает, а он не спит. Так, а что тогда? Я в Арканум один играл раз всего. И как? Я не пойму, что мужик не спит. Я вот тут всю ночь периодически захожу, он не спит, он не спит, спит, не спит, не да. спит. Так, подожди, а как? По-моему, как-то его должно в отвечь, не убивать же мужичка. Ну, уже утро. Так, ладно. Привет, Артём, ты ТПФ-фун. Прикольное я не проходил. Так, если он не спит, если мы положим, пока он... Не, ну убивать его не хай. Всем привет. Да кто я подумал? Привет. Сейчас тогда подумаем. Можешь не ждать, только убивать. Да, по-моему... Ну, что-то казалось, что какой-то мирный вариант был.
Я как-то путал. Мне казалось, что говорили... Персонажи не спят, хоть в час ночи им заходи. Нет, тут спят. Мне казалось, что мы все-таки говорили, что можно подорвать сначала двигатель, а потом его же починить. Но если он не спит, убивая его, мы квест не сможем на починку получить. Значит, как-то можно, типа, что с ним делать? Что-то не догоним тогда. Но если мы при нем положим... Или не внутрь ложится, кладется, а именно просто так взрывается. Может, не спящий приедет. Он работает. Ну, по-моему, если что-то тут делать, какие-то квесты и не портить его, то двигатель портит кто-то. Он тогда дает квест на починку. Ну, что такое? Ну, если... Что с ним делать? Интересно. Если бы так оставил, мы его, скорее всего, прибьем. Фрэнк Шфул HD 8K Эмодзи. Так, попробуем для интереса посмотреть, а что есть. Ну так он в атаку идет. Я не знаю, положили мы или нет. Нет, да как-то скрытно можно. Или в режиме скрытности это надо класть. В шахты не ходил, я смотрю. Да не, наоборот, ходил. Так, дай-ка подумать. По идее, что может быть по логике? Скрытность еще, да? Сначала я думал, что он, может быть, все-таки спит. Он не спит. Тогда что еще? Под скрытностью туда положить? Но даже если его туда положить, то что? Взрывом его, наверное, все равно заденет. По идее, если можно его дважды, то он должен как-то выживать. Какие-нибудь снотворные заклинания, может, что-нибудь какие-нибудь должны быть. Или что? Надо подумать. Всякие снотворные, наверное, тут нету. Или есть? Что еще может быть? Заклинание что-то типа стана есть. И во сна... Не помню, есть ли такое тут вообще. В этом случае, конечно, можно так и не думать. Ха-ха-ха, ну сейчас попробуем отбежать, наверное. А квест с духом из пещеры с локацией с разбившимся дирижаблем сделал? Да. Тот да. Вот я сейчас тут задумался, что делать. Дирижабль. Что не так дирижаблем? Вот мы вышли. Сейчас я посмотрю, если... Извиняюсь. Динамит там. То есть он либо рванул, либо нет. Но этот на нас, по идее, уже должен атаковать в любом случае. Будь здоров, ты ПФУФ. Спасибо. Будь.
Не, ну, наверное... То, что надо будет, не можем придумать и хрен с ним. Что поделать? Не будем его тогда, наверное, взрывать. Потому что у меня идей нету. Как его? А, мужик жив. Взрыв был, но он работает. А, блин, мужик сейчас нас атакует. Еще и эта хрень рабочая. Ладно, хрен с ним. У нас в режиме скрытности. Но скрытность... Ну, я думаю, все равно он будет видеть. Может, он стоит прямо у него. Ну, за дверь бы его как-нибудь выгнать. Не, ну, если он стоит у него, да? То. Так, ну тут никак по лавке, да, насчет подкидывания. Ну да, его рванет, наверное. Ну да, в режиме скрытости он все равно видит. Я его не трогал. Жалко дурака. Да я в принципе смысла не вижу на самом деле, ломай паровой двигатель. Мне просто интересно сам тот факт придумать, как бы так. Ну что мне вроде как-то реально и сломать, короче, и починить потом. Мне теперь интересно думаться, как это сделать. Но реально особых мыслей нету. Хрен с ним, наверное. Так. Хрен с ним, наверное, что, не додумался. Все-таки подумать. Нет, тут, конечно, есть заклинание воскрешения. Надо специально чисто из одного квеста вкачиваться в эту ветку. Это будет, по-моему, странно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Что еще может быть? Ну, допустим, помню, его воскресили. Но опять-таки, будет ли он дружелюбным тут потом? Тут же турели можно ставить, да. Турели? Нет, турели я и не знал. Ну что, идти в комнату, что ли, тогда? Не помню, ну как там дальше нас пнет по сюжету тогда или нет. Ветка вроде есть прокачка. Прокачка на что? Ты никак не вкачаешь воскрешение сейчас. Там интеллект надо максить. Тогда тоже не вариант через такой способ. На турели прокачка. Блин, что придумать, потому что что-то должно быть. Хотя, может, мне неправильно сказали и нельзя. Сразу и так на все руки мастер. Ладно, фиг с ним. Дайте себе дальше по сюжету. Нет идей, как еще можно сделать. Я думал, что он все-таки не спу. Я думал, что он все-таки спит. Тогда бы ночью поставить было бы просто. А так...
Ну, заходи, посмотри. Что именно? На все руки. Да, это так, мастер на все руки послугается, вспомнил. Так. А допустим, что еще за зап, если что есть? Да не, ну там, по идее... Нету особо таких. All work. Как поживаете, ты кто? На Джейкоб Бенс обычно не тратит свое время на чужих земцев, но ты похож на парня, который мне нужен для одного дельца. Ближе к делу. Мне нравятся парни, которые чувствуют, как к ним в руки идет отличная возможность. Запомни это слово «странник» и постарайся пользоваться этим почаще. Он принижает голос, склоняясь к вам ближе. Постарайся, короче, как ты относишься к хищению чужой собственности. Способности есть? У меня много талантов, друг. Продолжаем. Улыбается, поглядывая из стороны в сторону, немного Элли стекается в подбородок. Я знал, что не ошибся тебя. Слушай, я не вор, но у меня есть информация, которая сделает нас богатыми. Здесь в городе есть банк, и только вчера туда было положено на хранение зарплаты рабочих шахты Бесситун. В сейфе лежит минимум 500 золотых. Мне из кармана достает пачку бумаги. Вот комбинация банковского сейфа. Тебе все понятно. Абсолютно, как будем делить, вот как мы все разрулим. Поделим навар ровно пополам. Но ходит молва, что банда Боина может грабануть банк в любой момент. Так что лучше бы тебе, если бы быстрее, если я узнаю, что ты пытаешься покинуть город, я пошлю за тобой старого доктора. Что за доктор? Доктор? Старый Док Робертс, единственная настоящая рука закона в этом городе. Бог свидетель. Трусливо констеблионится, никто ничего не заботит. Если кто-то ищет справедливости, то идет к Доку Робертсу. Если Доку дело по душе, то он все разруливает. Я уверен, что он тоже хранит свои деньги в этом банке. И он будет очень заинтересован информацией, что кто-то собирается их украсть. А что за банда? Банда – это всего лишь кучка отморозков, которые объявляются здесь каждый раз, когда им приходит в голову, что старый Док Робертс потерял бдительность. Сейчас, я думаю, они пропили все деньги, хотят снова набить карманы. Посмотрим, быть может, поговорим об этом позже. Да нет, грабить не кайф. Хозяин гостиницы. Здравствуйте, сэр. На ночь. Всего хорошего, пока. А этого попить можно, да? Массажных игр, торговли, до свидания. Кровать. Так. Гридк устал сидеть на стриме, поэтому Гридк пойдет. Бог мой, что здесь происходит? Эти люди раньше никогда не видел. Ага, приятного чаепития. И мы нашли трупаки, да? Ага. Ну, немножко лута с них есть. Не понял, что с этим, ничего. Только ботинки и амулет. Денег немного. Так. Какая новая записка? Вот это. Ближе, полагаю, ты не один. Как видишь, туманы на холмах меня искали. Мне повезло, что от них было несложно избавиться. Никому не говори о крушении дирижабля. Граф Пати взял на харизме, без спелов и зелий. Да? А, вообще без проблем. Извини, что прерываю, но мне думается, что я Ким что-то обнаружил. Похоже, что эти ребята, он начинает получать какого-то большого заговора против тебя. Даже дочитать не дал. Как насчет гнома, который спрашивал о кольце. Да, тот тип сильно интересовался крушением дирижабля и кольцом. Наверное, даже слишком интересовался. Не верю его байку, что он брат погибшего гнома. Думаю, нам стоит обратить внимание на предупреждение старейшины Якима и покинуть город, может, скорее.
Похоже, Вижил испытывает металлический вход. Он помог мне, когда я очень в этом нуждался. Встретил его в небольшой девушке около храма Панари. Мне тогда была черная полоса в жизни. Он объяснил мне, что не всегда стоит принимать все, что преподносит жизнь. Что всегда есть иные пути, и только мне выбирать, по какому из них идти. Что ты имеешь в виду, говоря о черной полосе в жизни? Что случилось? Я очень не хочу об этом говорить, но этим единственным человеком хорошо разбирается на путях Панари. Да и в жизни вообще, если он считает, что у нас неприятность, то так оно и есть. Давайте выбираться отсюда, пойдем в Таран. Хорошо, Биржа, возможно, вернемся позже. Кстати, он говорит, вот когда я в первый раз походил, да, мы там тоже там больше с ним разговаривали, он с ним говорил, что он брат этого гнома, отдать мне кольцо, тут я надеюсь, провел другим делом, там вообще дело сразу же закончился, он нам ничего этого не говорил. Но Биржа все равно такой диалог, как будто он нам это говорил. Ничего-то еще хотел сказать, но забыл. Когда вы оба Таранта, первым делом сходите на телеграф. Там я оставлю для вас сообщение о том, как со мной связаться. А, вот что я хотел сказать. Там у меня сейчас 14, отказать либо я не. Для него хватает без зелий, без всего. Еще меньше, там, по-моему. Не помню сколько. Это вообще играл за полуорка. И там. По-моему, даже 10, что ли, хватает, чтобы он просто так взял и присоединился. Показатель красоты, конечно, наверное, должен быть не совсем минус, а может быть, все равно был. Меньше 8 навряд ли он был. Здесь пока все так же. Большое вам спасибо, вы настоящий герой. Могу что-нибудь для вас сделать. Спасибо, просто прохожу мимо. Что-то они трупы отсюда так и не убирают. Так, а этого, блин, я забыл его сказать. Таранте. Так. Ну там. Хо-хо-хо-хо-хо. Фабрики слухов. Так, сделка состоится, если... Да нафиг. Нужны услуги. Так. Торговли. Еще за слухи ему не платим. Навряд ли он что-то... Так, 157 у тебя, да? Если пойти сюда, за сколько? Хотя ты, наверное, оружие не покупаешь, да? Ему главное, чтобы количество сопартийцев не превышено было. Нет, я даже не знаю, кто это. Я не доходил до такого сопартийца. Приветствую. Так. А, подожди. Нет, я орка. Он же сок. Кружка меда как-то так. Блин, я на него нажал. Где-то торговец. Я торговца за ними не вижу. Вот он. Торговли. А ты за сколько мне купишь? Тоже 157. Ну пофиг. Это не нужно. Так. Магнус, гном в следующем городе. А, прям в следующем городе. Не буду покупать. Это подманить. С этим я уже поговорил, да? А ты сталкер играл любую часть? Начинал вот так и до конца не допрошел. Хотя дважды начинал. Сейчас он говорят второй скоро, но относительно. Так, а ты тогда кто? Эм, сэр, увидите смущение в лице, вы не могли бы подкинуть пару монет человеку, оказавшемуся в трудном положении? Возможно, позже, мне кажется, тебя мучает какая-то боль. Какую? А ну-ка, мы учим ей помочь. Да, просто этот оригинальный первый. С
Спасибо, что не прошли мимо. Моя нога попала в один из этих паровых насосов. Черт побери, да это же больно. Док меня подлатал, но и выставил счет. У меня нет денег на еще одно посещение дока. До тех пор, пока я не приду в норму и не вернусь к работе, мне придется жить на милости всяких незнакомцев вроде вас. Почему бы тебе не обратиться к магу за лечением? Я посещал Джунгла Дана, местного мага, но он сказал, что испорчен технологией, он ничего не сможет помочь. Ну, тебе чем помочь, то же самое. Ну, все эти повязки чешутся, под ними просто ужасно. Дос сказал не снимать. Так, ну ладно. Как ты себя чувствуешь? Ага, то же самое. Ну, типа, по-моему, 10 выдать. Да хранят вас боги Арканума, все, да? Так, какие-нибудь слухи. Если вам нужен хороший кузнец, ну хрень. Это короче. Вор из гильдии. Ну, про гильдию что-то помню, так особо ничего. Точного, это хорошо. Теперь есть не будет. Так. Что еще? Комнату посетили. Шахтой разобрались, кузнецу принесли. Ну, к мосту, по-моему, хрен с ними договоримся. А что еще? Я тут не знаю, что еще мне делать. А когда ж вина была с тем не соглашаться, чтобы кто-то сломал таким? Потому что она есть штука, чем починить. Двигатель. Но я не помню, при каких условиях он сломленным оказывается, если не мы его ломаем. Граната есть. Ну, чуть-чуть. Ну, я гранатами глушил, взрывал, когда ворохом был. И то сложно было. Так, а как? А, вот мы. Так, бежим потихоньку. Стоп, корешок. Красный корень, чтоб мужчина был спокоен, да? Ну что, мне кажется, что навряд ли мы с ними договоримся, даже если договориться, у нас такие убеждения надо было качнуть. Хм. Нет, попробуем. Да, кому я понадобился? Простите, вы кто? Кто я? Я Лукан, Лукан Безмозглый. Где я брожу, там массы наблюдаются в конквизиции и крюкообразности. Ты осмеливаешься притвориться, что не знаешь меня? Ну да, теперь вижу, пожалуйста, простите меня за неуважение. Так, на свой обман доктованов, Безмозглый, весьма уместная кличка. Давайте так. Вы прощены, мой стучивый дух. Я иду под уступчивостью. Так. Пересечь. А, да, уступчивость. Вы сомневаетесь в циничности моих многосказаний. Ну что вы так. А ваши зловещие друзья, где вы их встретили? В университете, где был обесмеян рутиной сокрушительной о комической жизни. Конечно, эти джентльмены были поборами в кафетерии, но мы сделали друг с другом ненависть к власти и честную дневную выручку. Университет. Ах, можно было догадаться. Да, но разом мой произошел их подземельные учения. Я не склонился перед волей тиранозаврии. И так родился Лукан Безмозглый. Вор экстраординальный. Кардинальный, вернее. Бич туманных холмов, без всего, что за холмами. Так. Как мило, достойный кандидат для сегодняшних упражнений. Ага. Но это не то. Не то, что я думал. Реплика. Так. Так, попробуем сюда. Так.
Так, что за беспрецедентный анекдот? То мне действительно нужно пройти. Не, давайте вернемся к более насущным проблемам. Для меня было бы честью узнать побольше вас. Большое спасибо, почти могу изменить твою неотесанность за такие слова. Так. Ваше слово. Слова розопасливать, боже мой, кажется, это заразно. Если так, типа, не слышал более подходящего имени. Да не правда ли, двое моих неистовских компаньонов дали его мне безмозглый, понятно, без юмора, без шуток. Моя неудержительность несравнима. Так. Ну ладно, давайте, нам нужно пересечь. Да, мой старый другое дело, видите ли, мои друзья, я нашли его взаимовыгодным до требования от проходящих малой пошлины за использование. Можете быть уверены, что средства идут на благотворительные цели. Хрен его знает, может решили просто по-другому. Я сильно в этом сомневаюсь. Думаю, нет. Наверное, я просто заплачу сколько. Так, если способ войти пошлину. Я бы вам поверил, если бы не знал, что у вас заключен. Ага. Он откуда-то знает. То есть. Блин. Ну да, на властям не договариваться. Сначала к ним подойти. Откуда? Кто там прямо сразу не донес. Ну да, то есть, по идее, бы эта репка сейчас сработала, если бы не было договора, ну. Ну да, теперь его, походу, не переубедить. Так. Ну, допустим. 1000 золота, нифига себе. Не что ли таких путешественников, как вы? Так. Ну да, походу нам, наверное, сработало, если бы не этот момент. Ну допустим, если с ними все-таки драться, то что? Ну и пойди убью только так, скорее всего. Мне казалось, что я когда-то больше гранат находил. Меня я их все-таки положил. Вай! Это обычная была, что ли? Нет, несло их, конечно, хорошо. Так, дай-ка назад чуть-чуть. Чтобы эти сейчас подошли. Блин, хреновенько они только подошли. 29. Ай-яй. О. Так, ну они его самого убьют, да? Есть контакт? Мы твоя слова попасть не можем. Вроде шанс попадания неплохой, но... Ай! Они поэтому попадут. И по мне попадают жестко. Сначала вроде поперло хорошо, потом не очень. Чё наш огр не попадает? Есть контакт. Так, попробуем еще отбежать. Наши не будут успевать ударить. Хотя, если я дважды могу отбежать, и они потом не успевают ударить, то в целом тоже как метод. Один, два, но я не попадаю, единственное что. Так.
Один. Два. Не, если бы я еще попадал, мне там был рабочий. А так выносливость кончилась. Если бы не система выносливости, все бы было бы офигенно. Убил или выносливость кончилась? Что, этого добьют? Чуть-чуть, на самом деле, чуть-чуть. Чуть-чуть не срослось. А, блин, зачем вот... Почему нельзя сразу, чтобы не тратить на эту заставку? Так. Вроде получается, если с Контеблем поговорить, то уже никак. Или все-таки пропустим какой-то диалог. А если так? Большое спасибо, я почти могу изменить твой... Так, можно было догадаться. Другое дело, нашли так. Ну да. А, я ж понял, да, там где там Симс не включать, можно было, по-моему, притвориться, что из Лиги воров он хочет туда вступить. Тогда он платит нам 200 и уходит. Что такое было? Все. По-моему, так было. Так. Тут получается... Если идешь харизму, качни пиздишь. С ними можно договориться. Да, я же говорю, там, по-моему, притворяешься тогда, что ты из гильдии воров. Из-за вступления пальчик. По-моему, так было. Но я не помню, я тогда, может, реально с Констеблем не разговаривал, а с ними сначала попёрся. По-моему, так было, что Констебля, ну как, ну хой кто-то их ходит, я к нему туда не подходил, а до них первый дошел. А сейчас он говорит, что типа знает, что мы поговорили с Констеблем, поэтому не верит. Нередкая вещь, что моя красномагоречивость отражается на окружающих. Моя оралистичность почти противопорядочна своей уникальности. Так. Какой сбор? 1000. Ну да, видишь, он говорит, что это договор. То есть, по-моему, все именно об этом упирается. А чё мне, типа, а чё я... Если, допустим, не сопроводить... Как бы, чтобы с выхинцем сюда, к примеру. А кого так станем, пусть ко мне подбегают. Кучку хочу. Ай! Ты там опять простыл, что ли? Блин, да немножко. Да это, я думаю, этот кондёр все виноват. Не, ну случится нормально, а вот нас как не увидел. Ну, как минимум, думаю, из-за перепада температур. Ну, блин, наши близко подбежали. Или у нас Friendly Погуляй, Fire. Побей волков, получи уровень. Качни пиздишь. Каких еще найти надо? Я пока тех, что я видел, прошел.
Так, один. Подожди, а кто? Он что, подлечился чем-то? Ну, уж на нуле почти. Ну, скотина чем-то подлечиться успел. Плохо. Подожди, а где... Кто его трубился? Что за хрень? Что за хрень тут происходит? Так, один... Два... А что за фигня? Он трубился, я уж не блутать. Теперь... Are you blind? What in God's... I mean, better luck next time. Выносливости не хватает. Не, ну попробуем их поискать. А если один, то потом я не успеваю этим буду, да? А, не, хватает, кстати. То есть трижды можно. Один, два, три. Чуть даже ранил, вот только... Ну, он этот раз добежал. Ну, с тем странно, его гранаты почти полностью. Ну, наверное, все-таки лечебка какая-то есть, что ли. Чек точности у тебя, конечно. Что странно, на самом деле. Да в первый раз прикольно было, я этого успел добить. И что, игра заглючила, да? Круто. Или встать надо, чтобы из боя... Не, подожди, труп. А что его не видно? Ну что, договорились. Да тут, я думаю, не получится, поскольку они же говорят это, типа, что я бы тебе поверил, ну, короче, это, я знаю, что у вас договор. На вас констеблем, походу, не говорить, и тогда бы можно было договориться. Думаю, в этом прикол. Ну это прикольно, что действительно тут все зависит от той действия, действительно меняется суть прохождения. Так, в инвентаре. Мужик, так, у него 3 плюс 2, да? 4. Индикатор шума минус 10, да? Подожди, не можешь? А, может. Так, бронька. Оружие у него что? Не, можно и после разговора с констеблем. Да? Ну, что поделать, уже договорились. 7. Но, с другой стороны, нам даже за них уровень не дали. Так. 1.8, 1.4. Ну там круче. Это продать надо будет просто-напросто. What is it that you want of me? Подожди, не на тебя вижу. Уже давайте так, чтобы не перезагружаться совсем часто. Сдай квест, дадут. А, да? Так. Сейчас посмотрим, что у них повытаскиваем, попродаем. Ну, кстати, нам сейчас. Странно, но сейчас гранатой... А, из-за ловкости, наверное, гранатой круче попадаю. Потому что я помню, когда игрался в полуорка, там тоже при этом с уклоном было. А что я тогда брал? Я, наверное, брал тогда... Безращенными монахами, наверное, меньше денег. Больше наблюдательности или что там было. Плюс один к какому-то стату. Наверное, было меньше локоти, тогда я 3 гранаты кидал. Еще оглушающая какая-то была. Ну сейчас удачно гранатами попали, вот в чем свезло. С норм, что там, как там? Обновил этот самый море воров. Дай бронь согу. Варфовский нюхательный табак. А я уже ему выдал. Вон, смотри, он уже переодетый. Звездочка. Ёпса тот.
Или думаешь, вторая круче? Наверное, они одинаковые, да, как сравним. Ну, что-то, кажется, одинаковые будут. А нет, разные. Подожди. 4.17.5. А, не, одинаковые. Одинаковые. Так, почти 70 из 80, 70 из 80. Да. Вылет либо на нем по-разному вылет, либо что. Но давай-ка ему еще выдадим. А, блин, продавать. Одинаковый, уже тесно. Не увидел. Так, ну а продавать, короче, идти. Давайте констеблем поговорим. Когда паровой должны сломать? Или я сейчас что-то сделаю, что его не сломаю? Ну хрен с ним. Разнообразнее будет. Так, это констембль. Минутка, так, пум-пум. Проблема с мостом решена. Да. Прекрасная вот ваша награда. Есть одна маленькая противная проблема какая, конечно. У меня есть несколько вопросов, а что сказать можно? Удалось пережить не-не-не. А, можно сдать, что он просил уничтожить паровую машину. Вот хрен уровень. Знает. Сейчас подумаем, куда кинуть. Извиняюсь за минус уши. Два мертвых тела. Он выглядит несколько шокей, но... Тут довольно много бродяг, понимаете? Я пытаюсь не встревать в подобные вещи. Ага, спасибо. Так, кот опять на клавиатуру направился. Что любит по клаве ходить, скотинка такая. Котяра, котяра, нафиг тебе клавиатура, в обход иди. Как там говорится, мудрые герои всегда идут в обход. Так, тут довольно... Если так сказать, ты довольно труслив. Что? Ты оскорбляешь меня? Мне не нужны такие, как ты. Нет, кулаками не вариант. Да, конечно, простите мою глупость. Хорошо, полагаю, так. Еще несколько вопросов. Ну, тарамп мне уже пометили, доброго дня. То нам нахрен не нужен теперь, да? Что еще тут можно сделать? Дай-ка подумать. Прокачаться и идти отсюда, что ли, уже. В теории... Где там еще? А непонятно, насколько он становится. Вашей ловкости. Вот, наверное, нет. Торговля. Но убеждение, в принципе, все равно нужно. Что еще? Взлом. Взлом, возможно, нужен будет. Это, наверное, все-таки убеждение. Уклонение есть, ближний бой какой-никакой есть, но еще один бы нужен был. Ну, наверное, все-таки убеждение одно пригодится. Теперь еще. Можно сдать этого, да? Ну, нафиг надо. Так, с фабрики, ну дайте меняться. Так, один, да. Не нуждаешься? Ну ты чё, мужик? Ладно. А чё он это оружие покупать не хочет? Я думал, купит. Так. Товары. С харизмой 14 обязательно убеждение. Да надо будет. Просто думаю, что. В первую очередь, я не понял, насколько. Подожди, а чё?
А чё оружие никто не покупает? Оно такое фиговое, что никому не нужно? Почему? Ну, эти, допустим, не нужны, это логично. Так, тот мужик может купит. Ну просто так выкидывать мне его жалко немножко. Я думал кузнецу хотя бы там на переделку, на переплавку. А ему не нужно, странно. 19, ну так себе. Ну пофигу. Таскать тоже не вариант с собой. Так, это малая или обычная? 3 монеты, ключ от города. А ну-ка, так-ка с вами еще таки поговорим. Инвентарь, что у нас? 6, 10, 3. Я думаю, 6, 10, 3. Ну это мало. Ее продать потом, что ли? Так, огра разгрузить надо. Ну, лохмотья можно продать, если продадутся. Запасную ему, наверное, лучше оставить. Сапоги 2 запасных есть. В целом. Для револьвера, наверное, можно запчасти продать. Но здесь навряд ли сильно оценят. Костыли, что ли, повыкидывать или... железок немного продать. Я смотрю, ты фотик и башмак Беситун продал. Ну да, не навал хоть продавать. Я не знаю, здесь его навал или позже. Что, как я его продал таким? Ну фотик именно продал, а башмак Беситун я на инку обменял. Насколько это разумно было, не знаю. Так. Пум-пум-пум-пум. Это его не интересует. Ну, лохмотьев ничего и так вот. Да. Ну и хрен с ним уже. Что поделать? Ай! Да не царапай. Ну что, намного дороже было? Так, будем торговать. Не буду. 7 монет. Ладно, продадим. Блин, куртка ж там круче была. Так, наверное, так еще раз сделаем инвентарь. У меня просто, чтоб еще всякой фиг... Кто фигню может просто повыкидывать, да не париться. 3, 3, 2... Так круче. Еще 300. Ай. Я чувствую, что меня кусаешь, котяра. Не, ну ему, думаю, запасная хотя бы одна нужна. Весь десяточка. Вес десяточка. Ай. Хоть меня кусать. Ладно, так пока так. Пойдем посмотрим, что здесь у нас. Да ничего. Дальше пропустили квесты. Получается, не знаю, как я там умудрился на этот квест, поэтому не выйти. Но походу умудрился не выйти. Так. Думай, голова, думай. Да я не знаю, что здесь еще тогда в этом городе можно делать. Не сломан паровой, потому что...
Что? Потому что я типа согласился тому помочь. Деталь для починки есть. Неужели другой город сейчас переться? Что-то как-то намудрил я в этом прохождении. Вот что скажу. Ну-ка подумать. Что мы еще можем сделать? Этот мужик селянка, полуросница. Тот мужик полуостик ушел, да? Что здесь происходит? Говорят, что никто не знает, записки еще будет. А, это уже есть. Я его, кстати, не находил вообще без понятия, где он. Это хорошо. Сюрпризом будет. Констебля можно, допустим. А ну-ка. Пару вопросов. А, все, подожди. Нет, это не констебль. Так, минутка сказать. Я тоже не находил. Ага, то, что тот хочет украсть сейф, нельзя сказать. Только сдать того с паровой машиной. Не то. What is it that you want of me? What is it that you want of me? Ничего, забудь. Так. Закрыто. Ну, взломать мы, думаю, не взломаем. О! Еще всякая фигня. Перегруз. Я не помню, эту фигню где-нибудь все-таки потом покупают или... Ведь, походу, пора из города. Если что, вернемся. Квесту сынка бесит, он на шахту взял. А он в этом городе? Или в другом, я не помню. Давайте сейчас... Короче, пройду сейчас все здания, посмотрим. Первое прохождение точно брал. И даже запомнил, в чем там суть более-менее. Именно сюжетная. Только я не помню, он в другом городе или в этом все-таки. Тут мы даже в этом прохождении уже узнали, что наследство ему происходит. Так, не, наверное, себе здесь, надо только понять, вспомнить, вернее, он думает, заседает. Он хочет решить проблему, что тебя призрак пугает, да? Сын здесь. Так, а у нас карта местности есть? Ай, они... Угу. Там быстро. Ага, ну да, дальше считается уже дальше, то есть мы тут были. А, вот, а это не оно. Вот здесь куда-нибудь. Где мы? Гномыч никогда не стыдил. Где-то дом по карте видели. Селективная там дверь открываем. Не, это не тот дом. Так, карта к чоем? Не, ну ладно, какой-то другой кнопка. Ниже, да? Блин, все так резко, чувствительность. Побежали. Не помню, где его этот дом, но, наверное, ближе как к шахте, но это не точно, как говорится. Еще и ночь уже наступила. О, что за звук такой? Вот он, да? Позвольте узнать ваше имя. Этот странный парень искоса смотрит и покрывается испариной. Я Персиваль Тун, почему вы спрашиваете? Мне бы... А почему вы так нервничаете?
Что, он буквально съежится. Я подумал, что вы собираетесь меня убить. Один бизнесмен, которого я вынужден был продать рудник, весьма неразборчив в средствах. Очень расстроен тем, что руда в руднике окислилась. В отчаянии он сломает руки. Мне нужно найти способ освободить мою мать. Это ее призрак каким-то образом портит руду. Он жалобно вас смотрит. Я поговорил с призраком. Нет, давайте так. Призрак вашей матери? Он грустно качает головой. Моя бедная мамуля, она покончила с собой, знаете ли. Когда серебро в шахте истощилось, нам пришлось продать рудник, и это сломило ее. Потом она пришла на рудник, уволила всех рабочих и покончила с собой. Я поговорил с призраком вашей матери. Вы? Что? Что она сказала? Она сказала, Сара, моя дорогая Сара. Кто такая Сара? Он морщится от отвращения. Сара, он буквально выплевывает это имя. Сара, это моя сестра, отвратительная особа в самом деле. Она покинула нас, бросила и отправилась в этот полуразрушенный Гернхольм. Это настоящий позор для всей нашей семьи. Понятно, вы не расскажете, как добраться до Гернхольма? Зачем? Зачем вы хотите это узнать? Вы хотите поговорить с ней? Не думаю, что это разумно. Я к тому, что она не скажет ничего полезного, так, тем не менее. Ну, думаю, про Гринхольм, если что, у кого-то еще узнаем. О, отлично. Иди сюда. Так. Может, вместо поездки на улице рудника? Ночь, он здесь не живет, он в Таранте. Я не думаю, что он скажет нам чем-нибудь помочь. Более того, разговаривать с ним вообще опасно, сомнительно, типа, понимаете? А, подожди-ка. Еще раз сюда. Я решил вам помочь с вашей проблемой. Это было чудесно, по ладоши. Если вы это сделаете, я буду очень вам признательна. Это означает награду в размере 500 монет. Так, а поговорите с ним еще. Почему ваша сестра уехала в Гринхольм? Кто знает, она всегда очень раздражительна и недобрая по отношению ко мне. Ее отъезд разбил мне сердце. Возможно, мне стоит поговорить с ней? Зачем? Попытка не пытка, а мне нужно с чего-то начать. Нет, то есть я хочу сказать, я даже точно не знаю, живет ли она в Гринхольме. Собственно, чем больше об этом думаю, тем больше убеждаюсь в том, что она там больше не живет. Вам следует поискать ответы на вопрос в другом месте. Простите, что понял об этом. Так, что-то мне, по-моему, какой-то диалог с ним пропустил. Призрак умолял убить священника. Узнайте происхождение. Это выполнено. Получите от П.С. Калера и сыновей. Ага. Если я... Кстати, оно серым. Эльфийский амулет. Вот это, наверное, вот тоже не соглашаться. Тогда, может, он бы сломался. Найти способ освободить призрак его матери. Не, ну мы узнали про Дринхольм. Нам теперь у кого-нибудь узнать. Насчет Гринхольма, где он? Так, мужик, да? Замечательный мужик, вот он из Геленджик. Черт, до утра, наверное, мотать. Есть кто есть, или это опять тот дом? А, закрыто, блин. А, в сторону нам. Стоп. То есть мы сейчас где по карте ничего нет? А мы же от дома миллиметр отбежали, а ну-ка. А, да, миллиметр считается. Не, ну там Гринхольм надо. У этого узнать, что ли? У констебля. Так, есть мимоза. Так. Да куда ты зарвал по клаве ходить? Взял звук выключил. Так, у вас есть минутка? Так. Вопросов. Об этом месте, об алтаре, об этом кольце.
Таран. Анденхольм. Подожди, а у кого можно про Дренхольм узнать? Ай, код, не царапайся. А, во, не подскажешь, когда вас надо Дренхольма? Конечно, давайте покажу на вашей карте. Спасибо. Все, поняли. Все оказалось довольно просто. Да хватит меня кусать. Так, кот, хватит меня кусать. Котяра злой, а? Блин, все так мелко. Небольшой шахтерский. Фамильная это Дренхольм, нет? А, и да, кто отстанет меня? Пойди шары погоняй. Короче, надо сейчас просто выйти туда, где пределы карты. И посмотреть, там другой режим карты включается, он более такой визуально приятный. А вот если пешком чисто идти, не через Fast Travel этот по карте, а именно пешком щелкать, можно дойти действительно до места. Это, наверное, долго, конечно, будет. Они топочут, как стадо котов. Вот. Вот это более удобная карта. Хижины. Можно. Ага, вот, Дренхольм. Угу. Ну, нам, получается, Дренхольм имеет смысл тогда сначала. Он тарант на воде. А, не понял, а в чем прикол, почему не могу, типа. Вот эта чувствительность, конечно, супер такая. А, все равно. А, и вот это тогда тоже в первом прохождении тоже смущался. Почему нам нужно разблокировать мод, чтобы пойти в Дренхольм, я извиняюсь, если он вот здесь, где по суше можно, а мост туда, то есть как связано, непонятно. То есть он в другой стороне от моста, но в него нельзя пройти, пока мост закрыт. Лажа какая-то. Интересно, какие такие секретные места есть на таком? Это типа квестные. Хотя подожди, я такая зайдем. Вообще надо будет мне потихоньку, конечно, закругляться, к сожалению. Прохожу, как всегда, в своей манере. Медленно и вкрадчиво. Мало чего сделали, но еще есть дела. В любом случае отправимся в Дренхольм сначала, там дальше посмотрим. Сейчас только загляну сюда. Не, исправно работает. Хреново помню, как он тогда ломался, когда я его чинил. Сейчас его чинить бессмысленно. Ладно, сходим в Дренхольм, посмотрим. Так, одно убеждение есть. Это 14 есть. Надо будет, наверное, Брамин в бой все-таки. Хрен его знает, подумать надо. Наверное, в бой все-таки еще одну надо будет, чтобы хотя бы себя не калечить. Стой, я ее бочку не проверил. Что это? А? Приветствуем. Это Арканум. А я не помню, если их ломать, оно, по-моему, как там фигово будет, да? Вам... Да. Так, подожди-ка. Ай! Блин, а Наталь-то что-то виснет все. Ну, блин. Не знаю, даже слышно ли меня или нет.
Опять я нажал Alt и комп подвисает. Что-то в этой сборке Арканума с Альтом дела нечисты. А мне казалось, что там бой ключ. Ладно, так попробую. Да не, именно... По-моему, через Alt было или через Ctrl атака. Нет. Ну что-то было. Ха-ха-ха. Ну да, я нажимаю Alt и гравитий. Подожди. Или это все-таки не в этой игре не было? Не паря, там ничего особого. Да сейчас киданем. По-моему, как-то... Сейчас вспомню только как. Не, ну как-то можно было, уже забыл. То ли... Как-то можно было атаковать. Блин, как я делал? Как-то как-то было. Не использовать. Ну выкинуть это просто пойдет. Как я в бочку кидал. А, во. Свет потушил. Эй, эй, эй. Блин, что-то не то сотворил. Ща, подожди-ка. Через атаку, да. Подожди, автосейв уже после потушен? Или это мне показалось, что оно потушилось, на самом деле нет? Ладно, похрен, в любом случае мы здесь. На всякий случай сохраним. Вот сюда, да? Хотя давай новое сохранение, то тут тоже фигни всякое натворил. Просто не помню, какая-то кнопка была, которая режим атаки включает. Или вот так вот предмет какой-то, надо было фигарить. Ну блин, а куда я выкинул, я не вижу. Короче, взял предмет, выкинул куда-то. А, не, он у меня. А в чем прикол? Но они оружие, по-моему, так ломают. What is it that you want of me? А что-то громко стало. Так. Давай поменяемся. Не, 50 на 50, или только глав перс так оружие умудряется да, ломать. Ломают. 100 из 100. Ладно, хрен его знает. И не помню на содержимом, как сказывается. Оно там часть содержимого пропадает или нет? Выглядело захватывающе. Так, ну открываем, короче, двери. Все, больше нету, да? Самому теперь охранять эти ворота не вариант. Здравствуйте. А, опять этот Редклифф, мистер Гарри Поттер, да, что вам угодно. Меня помните, хорошо, послушайте, я был на месте крушения. Можно оружие забрать, и они будут ломать свое здоровье. Отличное ага, видео, приветствую. Эрго Прокси, монтаж на уровне, видно над сценарием работал дня 3-4, а какая глубина мысли Лука, уф. Не знаю, бот так прочитал, как будто это сарказм, но, наверное, таки нет. Ну, спасибо, в любом случае, за критику. Ниса мне там сказали, что типа неуместно смотрится, когда вот эти звуки... Ну, допустим, когда она вздыхает, когда еще какие-то такие звуки говорят, что типа, выбиваются и неприкольно звучит. Сколько дней потратила, не знаю. Но на сценарий именно этот выпуск не сценарий писал, это друг писал. А вот на монтаж, ну дня три ушло, наверное. Так. Ну, я скажу, прикольно, что кто-то смотрит. Надо будет еще дальше выпускать.
Так, я знаю, что у вас есть что-то от Престона. Ну, я не знаю, как у меня на монтаж дофигища уходит. То есть на 10-минутное видео монтажа у меня дня 3 уходит. Но если чисто часов, именно в часах посчитать, то на 10-минутное видео часов, ну, 10 как минимум уходит. Это минимум, наверное, то есть на одну минуту видео час, наверное, где-то уходит. Потому что, ну, я имею в виду не просто на монтаж, а пока там пока выдернешь примерно подходящий кусок нужно, пока расставишь. Не научился просто, пока, пока эта прога подглючит. Пока ты там еще выводишь, она выводит тебя с каким-то глюком, потом думает, за счет этот глюк идет. Так, я знаю, что есть кое-что от Престона. Кольцо, пожалуйста, я бы вам был признателен, если бы вы мне его отдали. Простите, но у меня больше нет. Какой от него прок? Держите, да не думаю ему кольцо отдавать. Какой вам от него прок? Это действительно вас не касается, просто дайте мне, я пойду своей дорогой. Так. Дай-ка подумать. Не, ну если сказать, прошу прощения, пройти, он, наверное, пойдет. Если солгать, то он, может, просто уйдет. Надо ли свидетель каких-то вот таких подозрительных... Ай, котяра, вот же остры твои зубища, а? Вот я думаю, лучше повести диалог так, чтобы его прибить. Или все-таки так попытаться, чтобы он своей дорогой пошел. Но опасно, потом с кем-нибудь вернется. Окей, так, мне пора... Или посмотреть, что будет. Ну, допустим, у меня больше нет. Стыдно, сэр, боюсь, это совершенно неприемлемо. А я еще думаю, стримы не верит. Видеоблогом на YouTube серьезно заняться. Да, почему бы нет, если к этому душа лежит. Но то, что оно выстрелит, это мало шансов. Но есть, в любом случае. Тяжело. Смотри еще что, если еще в Яндекс будешь заливать, там какая-то самая система. Первое видео действительно твое, которое зальешь, хорошо показывает. Показы, щелкнуть по нему или нет. А вот следующий сразу уже меньше, то есть там надо как-то умудриться первым же выстрелить. Так. Короче, она не верит, я ничего не могу поделать. Не... Да, ты достал по клаве ходить, мне достать действительно пора идти. Он нам все равно не верит. 10%. Так, давай-ка отойдем. О, блин, мужики, вы мне пройти. О, блин. А он умен, скотина. Так, встал, короче. Ну, о, блин, перешел бы вот сюда, шаг бы сделал, я бы уже прошел, мы бы местами поменялись. Это пипец. Тут никак не пройти. О, оружие еще где-то потерялось. Угу. Я везде. Учтем. Бай. Ты тупо сделаешь, она так убивает через эту заставку. Нафиг она не нужна. Так, продолжить. Так. А, это когда еще не кинул. На мосту, короче, угар так себе стоит. Три действия, а кто-то не пробивает просто, да? Это отойдем. Кто-то просто давай не пробивает, получается. Кибер, интересно, чем? Тут кот еще модерирует, не совсем понятно. Фафнарь.
Подожди-ка, стой, подожди, мужик, а если я вот так вот, давай-ка поменяемся. Подожди, а где фонарь? Стоять, мужик, а куда ты фонарь дел? А, вот он, все, это я его не увидел. Не в то место, короче, инвентаря смотрел. Я ж, по идее, могу? Могу. А, давайте попробуем. Правда, не понял, с кем-то кибельчом. Саблях, наверное, все-таки. Все равно он так, да? Ага, на. А теперь я не могу поучаствовать, да? Ну почему вы не пропустили мимо? Мы бы в кольцо зажали, было бы веселее. У меня вообще будет это, что они выйдут на меня? 33-49. Ну, чуточку. Ну, жалко, что прям всем не вариант. Отрава какая-то у него была. Записка. То есть, в любом случае, с нами дерется. Так, а записку надо бы прочесть. Это вот это его. Дирижабль Зефиры разбился недалеко от туманных холмов. Убейте Редклиффа, если он все еще жив. То есть, это еще не Редклифф. Так как мы не знаем, с кем он... Успел поговорить, убить всех выживших. То есть, на самом деле, что ли, был какой-то Редклифф, который... Действительно, какой-то родственник. Попробуем запомнить. А никогда подшивку это не сделал, чтобы на инвентаре место не занимало. Я забыл, где... А, Вермильон. Куда? Какую-то станцию Вермильон надо будет найти. Ну, все. Труп этого мужичка. Хрен его знает. Я так, когда еще играл, так не доходил до этого места, чтобы было понятно, нахрена ему это кольцо так важно. В смысле, карта мира недоступна. Что за лажа? Почему? Враги типа или чё? А, вот я и доступна. Хрен пойми, честно говоря, что-то было. Ну-ка попробуем. Чё-то чувствую, корянькой очень прохожу, но... Как-то оно так. Вай. Это чё за... Кайт, о, лучники, ну лучники точно надо бежать бить. 26? А почему больше стал? Ай! Это не... Ладно. Ну короче, что-то в боёвку, по-моему, надо будет скинуть. Совсем у нас все еще фиговатенько. Ладно, с уроном, но у нас с попаданием фиго. Или просто ловкость легче. Вот не помню я здесь в этом плане систему. Или увертываясь там мастером сделаться на себя, типа агрить всех, уворачиваться, пока эти мужички бить будут. Так, а я почти это. Ты меня подлечить не хочешь, мужик? Ну как сказать, вроде подлечил, но... Минималистично это сделал. О, спасибо. Это же повеселее.
подожди. Ну из-за силы навряд ли у нас шанс попадания. Может прости. Что у нас шанс попадания следующего фигуры? Все-таки со второго уровня прокачки, наверное, выше будет. Или фиг его знает. Не, я сейчас понял, что еще ночь. Мы хотя бы с фонарем. Есть контакт. Ай, котяра, не хватай меня за ногу. Да шо ж ты делаешь? Да, ну ты наглый кот, а? Что ты на меня нападаешь? Аккуратно, конечно, более-менее, но все равно неприятно. Ты ж острый. Да ты чё? Ты чё делаешь? Вон, пойди, это, шар погоняй. А чё? Да иди ты нафиг, кот. Мячики есть, надо на меня именно нападать, а? Так. Ну, у них деньги есть. Чуточку. Подожди, стой. А что-то я тупанул. А, ну да, хотя если не нажимается. Кинжал лучника, да? Вот мусор, я не понял, где-нибудь можешь подать. На вот в каком-то городе действительно где-то это просто сгрузить. А, стрелы я кому-то передавал, их сейчас так не возьму. Ех! Дай-ка пока ему сюда... Нельзя? А, у него тоже уже не влазит. Просто-напросто надо будет про запас вещи тоже подумать, посчитать там точнее. Хотя лохмотья навряд ли кто-то в особку пойду, да? Или нет, или будет. Так, 2-6, ну да. Этим можно сюда что-нибудь вот так сделать. Записки можно было кому-нибудь передать. А, стой, кстати, ну тебе это одето. А, на виржеле. О, на виржеле можно. А, кстати, у меня колец что-то еще не понаходили. Ну-ка, ему выдали. Есть контакт, да? Так, кыш, где у нас там лучник? И есть контакт. Ну, качать ли лук, к примеру, то, ну, смысла нету в нашем случае. Это вообще во все стороны будет без особого проку. Плюс 7-12. Стоп. Просто 7-12, да? А, 6-10-3. Ну да, не. Так, там что-то как-то больше не тренирует. Ну и все, я не вижу, чтобы здесь еще что-то нужно было. Ага, можно продолжать заново курс, не надо строить. Че лошадей каких-нибудь нельзя нанять? Берсерка. Блин, опять себя ранили. Ну а как мы качнем, чтобы мы хотя бы себя особо не ранили своими атаками? О, этот телепортировался. О, попадаем по противнику. Трижды, по-моему, даже попали. Наверное, вот так пешку можно еще немножко рубить. Подожди, опять кулак, что ли? Опять что ли нож куда-то делся? Надеюсь, не сломал. А, никто не помнил, как там? Мне казалось, что можно на быстрый бой, по-моему, на режим реального времени как-то переключаться.
Или я путаю. Потому что когда один остается, легче бы, по-моему, было бы уже переключаться на быстрый гонщик. Ну ладно, подумаем еще как это сделать. Ну, с кулака у меня попадать начали. А шапик вспоминает. Это меч какая-то. А где наш? Или сломал? Не, подожди, если он ломается, по идее, у нас в инвентаре остается, но как сломанный. А где? В нем застрял, что ли? Это меч какая-то. Или мы можем вот так потерять, что даже типа не видно. Ну что, ну, драка началась прямо тут. То есть, если он валялся... Подожди, нет места для этого предмета. Да пока нет. Я не помню, куда наш меч делся. Кинжал, вернее. Да ёшкин кушкин. А, блин, я потом не сохранялся, что ли? Хо-хо-хо. А, ну хотя бы кофе его убить. Так, меч на месте. Да, в Дренхолем думал сначала сходить. Ну здесь я не помню, короче, чуть выбегаю, написано карта мира почему-то недоступна. Сейчас раз доступно, не знаю, что за глюки. Так, внимательно следим за то, куда девается наш меч. Кайт твой на этот раз. Are you blind? What in God's? I mean, better luck next time. Чё слепой? Куда же ты? То есть, удачи в следующий раз. На, подумайте, всё-таки надо ли ловкость ещё поднять или всё-таки умение оружием. Ай. Я чё, в этого попал? В Сога. Почти добит, ну попади, мужик. Ладно. Не знаю, вроде и локоть неплохая, вроде уже и умение на начальном уровне. Все равно в себя попадаем. Ну, помню, там этот кинжал быть не должен. Все, есть контакт. Так, главное проверить. На месте наш нож. На месте. Искусственный кинжал. Проверка вероятности критического промаха плюс 0. Вот это я не понимаю, в чем прикол вот этой характеристики на плюс 0. Не хватает, да? Ай, вот куда ты лезешь? What is it that you want of me? По-моему, кстати, тебе еще не надел, да? Держи. В смысле, можно что ли? Да, можно. А на себе, по идее, есть уже. А, не, на себе еще нет. Еще сейчас место сэкономим. Странно, что мы колец, по-моему, еще не понаходили. Сейчас до города дойдем, сохранюсь и... По крайней мере, наконец-то мы закончим. А, ну пусть подходит.
А, это лучники, блин, надо прочитать. А, один из них лучник. Даже ранил его. Подожди, или у него... Да нет, все равно стреляет лучку вплотную. Ну-ка. Здесь контакт. Ну давай вот это лучника попробуем бить. О, режем потихоньку. Блин, он потихоньку попадает. Он так довольно не кисло попадает на самом деле. Сейчас добьет, наверное, еще. А у этого сколько? Ай, блин, это... Дофига. Отсек какое-нибудь течение будет еще изучить. Ненавистный. Так, ну сейчас... А, все, сейчас обморок будет. Блин, ну чуть-чуть. Чуть-чуть я не добил. I've been seriously hurt, sir. Please help me. А, сейчас этого убью. А как я ему помогу-то? Только если я этого кайта добил. Помогли. Или нет? Да нет, просто валяется, отдыхает. Записки надо будет передать. Так, это еще у нас, да? Да. Перчатки, шлемаки. What is it that you want of me? Так, в инвентаре так. Держи. Давайте записки передаем. Уже, наверное, тебя от них не будет, а их этого места гораздо больше будет. Как-то совсем с ним туговато. Куты. В темноте трупы не видно. Блин, я не обыскал, потерял где трупа. Не, ну хрен с ними, если чё. Он где-то здесь он валялся, да? Фу, блин. Не, ну а час подождать, отдохнуть. Принудительная хорошая реакция. Чё? А что это? Пас бросков. Многие заклинают максимальным силом критически по игре. Да чё, чты какие-то тут устроены? Что это? А, нет, фут, это карта, да. Я не туда нашла один ничего. Так, поспать один час. Ну, а лучше еще чуток. Выносливости у него поболее было. Вот, теперь можно дальше идти. Сейчас дойдем до города, сохранимся. Не знаю, будут еще какие-то кайты по пути, не будет. Ай, как назло, наверное, не будет. Опять ночью прибыли. Так, не помню, это тут, где... Ну, в Таранте, наверное, все-таки был поезд. Короче, все, на этом сохраняемся. Всем спасибо за компанию. Так. Завтра, послезавтра точно не знаю, будет ли утренний стрим, но в целом игру продолжать точно еще явно будем. Так, на этом всем пока и до новых встреч.